Планы на новый учебный год обсудили сегодня руководители образовательных учреждений и Управления образования столицы. Сегодня в администрации Якутска прошло пленарное заседание сентябрьского совещания работников образования. В этом году конференцию посвятили теме повышения эффективности образовательной деятельности в условиях концептуальных изменений в системе образования. В течение 3 дней ее участники будут обмениваться опытом и обсуждать темы, которые больше всего волнуют работников этой сферы. Вопросов очень много, тем более, что впереди это работа с родителями, с родительской общественностью, то есть государственное общественное управление. Это электронная очередь в школы, в детские сады. Детские сады у нас есть уже. С этого года вводится проект «Электронная очередь в школы», запись в школы. Также вопрос создания образовательных комплексов, вопрос того, что появляется новый уровень, это дошкольный уровень образования. И здесь школы мы должны очень принять деятельное участие в формировании, скажем так, наших младших воспитанников детских садов.